Самолеты Люфтваффе шли на восток, навстречу поднимавшемуся солнцу. Наступало воскресенье. В советских школах накануне прошли выпускные вечера. Отзвучали вальсы духовых оркестров, и вчерашние десятиклассники шли встречать рассвет. Юные москвичи по традиции направлялись на Красную площадь. Киевляне на берег Днепра. А в Ленинграде стояли белые ночи. В то утро солнце взошло над Москвой в 3 часа 45 минут. К этому времени немецкие самолеты уже выходили на боевой курс. Через 15 минут открыли створки бомболюков, и на города посыпались бомбы. Великая Отечественная война началась. Да клён кудрявый, да раз кудрявый резной.